Смотрин, подарки вручены, от праздничного пирога не осталось ни крошки. В субботу Ханты-Мансийский театр кукол принимал в гостях друзей и самых верных и преданных зрителей. В честь открытия нового творческого сезона в холле развернулась настоящая поликлиника. Прием вели театротерапевты, а в качестве лечения пациентам прописывали арт-терапию. На празднике побывала и наша съемочная группа. Сегодня, вопреки стандартному мнению, театр кукол начался не с вешалки, а с регистратуры. Каждый маленький посетитель получил медицинскую карточку с диагнозом «болен искусством». Излечиться от него можно только при помощи арт-терапии. Здравствуй, мальчик. Петя. Петечка, здравствуй. Тебя приветствует врач-гастроэнтеролог Сосо Сидорец. Я занимаюсь лечением желудочно-кишечных трактов. А тебе карточку дали? Покажи карточку. А вот что там у тебя на карточке написано? Расскажи, что написано. Сказали здоров, без всяких докторов и прекрасное настроение. Не поставили нам диагноз и сказали, что надо к гастроэнтерологу. Да мы тут всегда привыкли удивляться в этом театре. Впечатлило. Все, новый интерьер. Радостные дети, как всегда. Больше всего вот это впечатляет. Огромная раскраска, посещение врачей, театротерапевтов и спектаклей «Болит» – это еще не все сюрпризы праздничного события. Самое сладкое, как и положено, припасли на финал. Традиционное угощение в виде сладкого пирога желающим раздавали лично директор и главный режиссер Ханты-Мансийского театра кукол. У нас вот сезон абсолютно наполнен. Более того, мы начали его практически тоже с такого замечательного аккорда поездки в город Барнаул в проекте «Большие гастроли». Барнаульцы приняли нас просто восторженно, здорово. Мы готовим сюрприз на Новый год нашим зрителям. Уже думаем об этом сейчас. Думаем, что будет не менее интересно и захватывающе, чем в прошлом году. До Нового года у нас еще пройдут две премьеры. Одна из которых 13 октября и 25 скорее всего, ноября вторая премьера. Первая премьера «Обними меня покрепче», вторая «Бах-бах-бах». Первый премьерный показ 11 сезона состоится уже 13 октября. Спектакль «Обними меня покрепче», созданный по мотивам книги Йоки Ван Леувен, повествует о необычном ребенке, родившемся с крыльями и говорящем на птичьем языке. Будет одинаково интересен и детям, и взрослым. Марина Томова, Виктор Зелинский, телевидение Ханты-Мансийска.